Всем-всем-всем доброе утро, мои дорогие друзья из Таиланда. Мой отпуск, к сожалению, подходит к концу, но у меня сегодня есть еще целый день и завтра еще целый день, но завтра вечером я уже улетаю. В общем, Централ Марина, он расположен от нас прям вообще супер удобно. Вот он, я 2 минуты прошла, и я уже здесь. Это очень-очень большой плюс, что рядом такой огромный магазин, никуда далеко идти не нужно. Централ Марина, оказывается, работает с 11, поэтому хочу пойти и подняться на лифте сейчас до 24 этажа. Все-таки в гостиницу Сиам-Сиам. Я так хотела посмотреть сверху, как там и что. Вот хочу сейчас зашла, потому что я мимо прохожу. Посмотрим вместе с вами. Чтобы подняться на крышу 26 этажа. Здесь на 24 приезжаешь, здесь сидит девушка-менеджер, которая вас рассчитает. В общем, стоимость разового посещения человека 500 тайских бат. Эта сумма может быть использована в счет напитков или еды по меню нашего бара. В случае, если счет превысит лимит, то потом нужно будет еще доплатить. Вот, и я сейчас, в общем, пойду на 20. Здесь есть 24 этаж. 24 этаж. Вот такой вот, смотрите. Ты лежишь в джакузи и смотришь сверху на всю Паттайю. Представляете, как здорово? Вид отсюда, конечно, мы помрачительно сейчас с вами подойдем. Она спросила, куда вы хотите, на какой этаж. В общем, сказала, что на 26 лучше. Вот сюда многие приезжают делать очень красивые селфи. Здесь такие лежачки уже с полотенцами. То есть полотенце уже входит в эту стоимость тоже в том числе. И вот так вот любуешься. Это я вместо Бикси. Ну, полчаса еще. Куда мне? Ни туда, ни сюда возвращаться. Представляете? Вот отсюда вообще такой вид. Как будто вот у тебя вот этот бассейн, если вот так вот наклониться, как будто бы у тебя этот бассейн уходит в море. А на самом деле это море внизу. Мне очень хотелось здесь побывать. Никто со мной не согласился идти. Всем, конечно же, жалко денег. А я прям мечтала, знаете. Ну вот хотелось. А мечтала, соответственно, мечты надо свои исполнять. Живем один раз. Не настолько уж это и дорого. Я сейчас, наверное, здесь, может быть, полчасика и отдохну. Посижу, может, коктейльчик какой-нибудь закажу. Представляете, вид какой? О, лепота. Слушайте, ребята, это вообще фантастика. Фантастика. Ну, неужели бы вы сюда не поднялись? Я знаю просто, что здесь очень красиво. Но никто не хочет вместе со мной. А что я буду всех ждать? Ждать я не люблю. Захотела, сделала. Представляете, фотки какие? У-у-у. Пиво Ху Гарден. Реклама. Итак, смотрите. Вот он вид на Паттайю. Как же здесь все хорошо видно. Вот Discovery отель, бич. Вот он пляжик. Смотрите. Весь, все море, оно все в катерах. Вот так вот. Катеров огромное-огромное количество. С одной стороны, с другой стороны. Раньше было, знаете, как пробирались сюда люди многие бесплатно, а сейчас вот так вот. Вот внизу тоже какой-то отель с бассейном. А вот это вот Оксанин кораблик Эван. Видите, написано Эван. Эван. Вообще, бесподобно. Я об этом очень-очень долго мечтала. Мы сейчас посмотрим с вами. Здесь есть еще 26 этаж. Пойдем поднимемся сейчас в 26 этаж. Или, в принципе, как бы сюда надо, наверное, зайти тоже фоточку сделать. Такую. С видом
на Паттайю из бассейна. Насколько интересно, теплая водичка. Мы сейчас вместе с вами пойдем попробуем все. Маленький бассейн для детей. И сейчас пойдем с вами туда. Пойду. А, душ есть, кстати, обмыться, переодеться. Оставить надо одежду. И такие лежаки все в воде. Ух ты! Вот здесь водичка прохладная. Вот они, полотенчики такие симпатичные лежат. Смотрите, как здорово. Раз, пивко тебе, и ты лежишь с такой вообще счастливой, смотришь на море, наслаждаешься, купаешься в бассейне. Вот так вот. Здесь тоже вот они, видите, это все сплошные отели. Сплошные отели все. Вот он, терминал 21. Большой вот этот вот торговый центр, на который я тоже делала обзор. В общем, шикардос. Сейчас идем с вами делать фоточки в бассейн. Вперед! Из песни. Моя мечта сбылась. Слушайте, я так счастлива. Вода! Ну, она, конечно, такая, знаете, не... Ну, такая освежающая. Прохладненькая, я бы сказала. Но не холодная. Ух ты! Сейчас мы с вами посмотрим отсюда вниз, ребятки! Сбылась мечта идиотки! Среди таких классных башен высоких! Искупаться в бассейне, посмотреть вниз! Вот это да! Вот она вся, Паттайя! Паттайя, Паттайя! Паттайя, Паттайя! Это вообще просто! Просто very good! Кстати, здесь есть, входит Wi-Fi свободный. Так что сейчас, может быть, даже попробую сделать трансляцию. Не знаю, с какого этажа. Вроде здесь на 26-м вроде как получше. Это 24-й этаж. Два бассейна. Вот так вот, смотрите. Хоп! И ты как будто бы в море лежишь. А на самом деле на 24-м этаже. Едем с вами на 26 этаж к бассейну. Посмотрим, что здесь. Здесь. А, вот, кстати, меню. Давайте посмотрим, что здесь, сколько стоит. Понять бы еще, что, ну, что-то вегетарианское какое-то меню, специальное какое-то меню. Шейк, манго здесь, конечно, уже. А, нет, это не шейки, тут уже еда. Вот они. Ух ты. Это вот какие-то, видимо, алкогольные коктейли. Ну уж раз ты сюда пришел, можно и попробовать. The best rum. Бакарди делает. Так, а коктейли? Сип виски. Их перевести бы еще. Так, it's not the answer. Make you forget. В общем, ладно, пойдемте посмотрим сперва. Потом пойдем разбираться с меню. Ой! Здесь еще круче. Я ей сказала, где very well. Говорю, very well. Very well. Ну, знаете, вот, в общем, какие слова помнишь, те и говоришь. А здесь еще круче. Такие вот столики. И вот такой вот бассейн. Тоже, который уходит туда. Прям в Паттайю. Вообще красота. Сейчас пойдем с вами искупаемся здесь тоже. Так, а я полотенце внизу не взяла. Надо было полотенце взять. Сходила за полотенцем, оставила все вещи. Иду здесь, в этот бассейн. Здесь, кстати, вода вот в этом бассейне потеплее. Сейчас посмотрим, как в основном. Слушайте, вот это мой вот. О, здесь теплее вода. Видимо, выше, может быть, лучше она пробивается. Вообще шикардос. Вот это мой отдых. Вот это моя Паттайя. И когда вот кто пишет, что там Паттайя грязно, на улице грязно, и все такое, что я хочу, чтобы вы знали, что Паттайя, она разная. Здесь вот таких отелей, как вот этот Сиам-Сиам, их очень много. Самые лучшие это Гранд Мираж Центара.
Это вообще супер восхитительный отель. Ну там, конечно, стоимость где-то 15-14 тысяч в сутки. Но это отель просто сказка. Ну вот этот вот, допустим, Сиам-Сиам, он тоже хороший отель. Если вы хотите вот так вот таким вот образом отдыхать, купаться, наслаждаться отдыхом, то вот такие вот отели, они тоже есть. Поэтому здесь абсолютно разный отдых. А самое главное, этот бомбический вид. Сейчас я вам его покажу. Вот таким вот образом. Если хотите устроить себе вот такое вот приключение, посмотреть вокруг, то я вам советую сюда. А вот, кстати, пляж, на котором мы купаемся, вот он, видите, отделен вот такими вот буйками, то есть чтобы там вот эти вот катеры не заплывали, чтобы было безопасно. Вот такие вот пляжики. Вот эти вот отели, это все первая береговая линия. А там с той стороны я еще рассмотрела этот Лотос, ТСК Лотос. Кстати, с утра здесь никого, сейчас пол одиннадцатого, и я говорю, торговый центр не работает еще, он с 11 работает. Поэтому я думаю, ай, дай-ка я сюда зайду. Шезлонг и лежать, любоваться на бассейн. Можно чуть дальше, можно чуть ближе. Народу мне сегодня повезло, прям вообще здесь 3 человека. Ну, там еще 2 лежат. Никому ничего не надо. А я пойду заказывать себе свой коктейль. Такая вот здесь менюшечка по напиткам. В общем, у меня есть переводчик, я все быстренько перевела. Выбрала себе, ну, в принципе, здесь и так понятно, да, можно даже и не переводить. Шоколадный мартини, ни разу не пила шоколадный мартини, хочется посмотреть, что это такое. Вот так тоже, он, видите, Pink Lady. В общем, нужно обязательно заканчивать Google переводчик. У меня все спрашивают, что это такое. Меню, ну, конечно, цены не дешевые цены, но уж если ты сюда попал, отдохни как король, я так считаю. Напиток входит уже в стоимость билета. Ну, то есть все, что вы хотите заказать, вы можете заказать на 500 бат. Ну, цены, конечно, не очень. А здесь, смотрите, представляете, водичка тоже. Ты идешь, лежишь, наслаждаешься отдыхом. А где мой мартини? Дайте почувствовать себя, как в Турции. Хоть немножко на лакшери отдыхе. Это шоколадный мартини. Ни разу не пила шоколадный мартини. Слушайте, вообще красотень. Давайте вместе с вами сейчас попробуем. Ну что, буду как олигарх пробовать шоколадный мартини. Ну, шоколадный мартини представляет из себя, видимо, мартини с добавлением сюда кусочков шоколада. Вкус такой необычный. Ни разу не пробовала шоколадный мартини. Знаете, такое ощущение, что в шоколад, знаете, такой горячий шоколад есть напиток. Вот такое ощущение, что в горячий шоколад добавили какой-то алкоголь. Ну, то есть на мартини это совершенно не похоже. Но вкусно. Жалко, что я здесь ненадолго, потому что мне, конечно, нужно идти за покупками. И мы сегодня хотим в час дня поехать в русскую церковь окунаться. Хотя на самом деле я бы, наверное, осталась здесь на полдня, это точно. Лежишь, загораешь, ничего не делаешь, купаешься, наслаждаешься солнцем. Но сегодня у нас крещение, поэтому нужно обязательно окунуться. Посмотреть, что здесь из себя представляет русская церковь. Ой, шикардос. Вот чтоб я всегда так жила. Чем-то напомнила отель в Анталии, когда мы были. И со скалы мы все смотрели. Рамада Плаза. И здесь тоже точно так же. Знаете, так
тихо, уютно, спокойно, ненавязчивая музыка играет фоном. Вид потрясающий. Искупался, позагорал, искупался, позагорал. В общем, это для тех, кто вот так вот любит ленивый отдых, хочет просто порелаксировать. И обратила внимание, что там впереди такая башня есть, которая напоминает внешне Останкинскую нашу башню. Сейчас покажу вам. Смотрите, вот если прямо смотреть, то вот вам, наверное, очертания видны. Такая башня прям напоминает очень сильно Останкинскую. Вообще шикардос. И вот хочу что сказать, что во всех своих видео я говорю, что смотрите, вот на уровне вот этих вот лачуг внизу, ну лачуги там какие-то полуснесенные, то ли не снесенные, то ли живут, то ли не живут, не знаю. И вот на фоне вот этих вот всех таких полуразвалившихся домиков, вот такие вот огромные небоскребы. Небоскребы, гостиницы, кондо, кондоминиумы, да, и все остальное. Это вот сочетаемое с несочетаемым. Ух ты! Купальник кто-то забыл. Купальник лежит. Кто-то решил без купальника пофотографироваться. Но сюда вот приезжают очень многие именно делать селфи. Если бы не приезжали, то я бы не знала бы, что есть такое место замечательное. Лифт спускается за несколько секунд всего лишь. Прямо уши закладывают. Мне так интересно, у них Big Fish ресторан. Все с таким размахом, наверное, интересное место. Ну, здесь вот, где я была в отелях, все лифты зеркальные. Здесь лифт не зеркальный. И камеры во всех лифтах. Все, пришла на выход. Так что все здесь очень просто. Пройти, мне кажется, вот так вот, просто так на халяву не удастся. Потому что там сидит прямо при входе, вот лифт открывается, прямо при входе сидит девушка. Как вы ее обойдете, не знаю. Ну, может быть, конечно, у нас люди разные есть. Может, как-то и обойдут. Смотрите, как здесь оригинально все сделано. Такие в виде машинок. Кресла стоят уютные, барные. Ну, а мне пора идти дальше. У них здесь китайский Новый год, что ли, приближается? Или что это, интересно, за символика такая китайская? Все, мы идем на выход. Надо посмотреть, кстати, для интереса, сколько здесь стоит номер. О, мотоциклист вас встречает. Ну, а напротив уже открылась, наконец-таки, Централ Марина. Но благодаря тому, что она с утра была закрыта, у нас обычно торговые центры все в 10 открываются, она в 11 открывается. Я побывала в таком замечательном месте. И вы вместе со мной. А сейчас все вместе точно так же, компанией, идем в Big C. Посмотрим, что домой взять с сладостью. Вернулась за босоножками. Мне вот эти вот я видео монтировала и поняла, что мне понравились. Знаете, когда я сюда пришла, я не поняла, что мне они понравились. Когда видео монтировала, поняла, что понравились. Потому что тем более мои босоножки развалились. Вот эти вроде так вот удобные. 1,40 размер. 1,41. Ну, 40 можно брать. Вот они, видите, есть синенькие такие, есть такие белые. Вот стоимость 699 бат. Почему не взять? Вот это такие кроссовки интересные. Они, смотрите, без задника идут. Я у многих видела, решила померить. Так вроде удобно, но вот без задника в нашем климате, мне кажется, нереально. Так красиво смотрятся ноги. Пришла в Big C, купила себе босоножки. Сегодня здесь хочу показать. Манго, видите, как продается? 69 бат. Уже порезанная, очищенная. Надо брать. Здесь все чистенько, аккуратненько делается.
Это я себе на сегодня сейчас вместо обеда покушать манго. Манго я здесь просто обожаю. Да не только здесь, клубничка 299 бат. Здесь целый отдел, видите, с нарезанными фруктами. Арбузик 39 бат, 80 рублей. Ладно, я себе взяла манго, мне этого достаточно. Сейчас иду, надо взять что-то мужу, этот дуриан. Ну, в смысле, сухой дуриан. А я хочу себе взять сухой еще манго. Я уже одну упаковку взяла. Сейчас возьму еще одну здесь упаковку. Сколько здесь китайской мелочевки самой разнообразной. А вот так вот, смотрите, готовая здесь и курица, и рыба. То есть вот так вот целый готовый отдел. Точно так же кокос. Здесь вам его разделают, если вам нужно охлажденный. То есть целый отдел такой готовой еды. Но я уже такой полный обзор делала на этот магазинчик. Поэтому сейчас давайте просто с вами я выберу себе по-быстрому то, что мне надо. Хотя по-быстрому здесь не получается, потому что здесь приходишь... Глаза разбегаются у тебя от всего. Ну, это вот такие вот сушеные чипсы. Чипсы я не хочу. Я хочу Ванечке привезти манго сухой. Вот это, я так подозреваю, конфетки, скорее всего. Со вкусом манго. Ваня взять. Не знаю, будет он такие или не будет. А, подождите, или конфетки, или это цукаты. 46 бат вот такой пакетик с манго. Это сушеные ананасы. Еще что-то такое необычное, то, чего нет у нас. Вот что-то с клубникой нарисовано, 49 бат. Упаковка легкая, это самое важное. Нет, там, наверное, сушеная клубника, слушайте. Судя по тому, что насколько она легкая, сушеные вот эти вот, когда прям совсем высушенные, как чипсы, они не очень вкусные. На мой вкус. Смотрите, чокопай какой у них, совершенно другой. Не такой, какой у нас. Чокопай евро. Слушайте, ну не везти же отсюда чокопай. Меня Ваня очень любит чокопай. Вот такие вот печеньки разные с мишками. Ну что, это можно Ване взять попробовать. Что-то необычное. Ага, вот сейчас отдел с этой с капустой. Или не этот отдел. Нет, не этот отдел. С капустой здесь должен быть отдел. Вот здесь, наверное, да. Тоже вот они, все эти сушености. Я здесь брала, знаете, что креветка была нарисована, вот такая вот, мне понравилась. Вот такой возьму мужу. А где-то еще я их... А, вот они, прям много-много их было. Большие такие упаковки. Вот они, по 79 бат. Возьму вот такую мужу. Вот такую мужу. Они легкие. А он у меня прям большой любитель этих чипсов. Так. Ну, это чипсы из морской капусты или водорослей, или что, я не знаю. В общем, кто знает, тот поправьте. Но мне они очень нравятся, и мужу они очень нравятся. Еще какой-нибудь вкус необычный. Вот с креветкой тоже. 79 бат. Вот такие вот штуки я взяла. Вот это вот мы видели такие большие наборы в 7-Eleven. А здесь их еще больше. Вот что это такое? Мы что-то пытались перевести переводчиком, но он непонятно переводит переводчик. Непонятно, то ли это какая-то живительная сила, то ли типа коллагена что-то, то ли... В общем, не знаю, кто знает, напишите, что это такое. Конечно, когда это видео выйдет, меня уже здесь не будет. Но все равно ради интереса. Вот такие вот прям огромные корзины с этими штуками. Ягоды какие-то нарисованы. Но мне кажется, это что-то такое вот из сферы полезности.
Видите, выпил и распрямился во все плечи. Слушайте, привезти отсюда, конечно, хочется все. Но вес багажа, он ограничен. Вот он, мама. Здесь такими все огромными упаковками продается. Вот 399 бат. Это 800 рублей. Вот такой вот манго. Ну, я думаю, что мне достаточно. Там очень много этих пакетиков. И Ваня хотела здесь еще посмотреть наверху. Там хозяйственный отдел. Рюкзак. Сейчас пойду наверх поднимусь. Ваня, у меня из строя вышел рюкзак. Ему нужно купить какой-то новый рюкзачок. Вот этот я смотрю, такой вроде симпатичный. Сделан хорошо. И оригинальный, такого ни у кого не будет. 449 бат. Точно такой, не спутаешь ни с кем. Смотрите, Бэтмен. А еще у них есть вот эти вот рюкзаки на колесиках. Детям неудобно носить. Есть вот такие вот побольше рюкзаки на колесиках. 899 бат. В общем, сейчас посмотрю, определюсь, какой лучше взять. Ну, а так это получается 450-900 рублей рюкзак. Еще мне же зрители постоянно подсказывают что-то. Сказали, что вот эти вот спреи для волос хорошие. Я не знаю, какая у них там эффективность. Ну, взяла попробовать себе такой спрей. И еще сейчас хочу вам показать. Оксана мне подсказала. Такие штучки здесь есть. Мочалочки. Если вы с собой мочалку не берете, то здесь есть... мыло в сеточке. Это служит одновременно и мочалкой, и мылом. Очень удобно. Места много она не занимает. Ну, смотрите, какая зубная щетка, зубная паста для мальчика. Сразу в упаковке. 50 бат такая стоит. Для детей. Им же нравится, когда там разноцветное что-то такое. Может быть, мне Ване какую-то такую интересную взять. Щеточку. Уже с зубной пастой вместе. 53 бата. 53 бата. Это 100, 106 рублей. 106 рублей такая стоит. А, это для 2-5 лет. Это для маленьких. Для маленьких. Так, а для детишек постарше. А для детишек постарше с миньонами, наверное. Сколько? 5-9 лет. Во, с миньонами будет у Вани щеточка. Я уже иду, как всегда, навьюченная, как и шаг. С полной корзиной, с полным рюкзаком. И самое удивительное, знаете как, вот здесь мозг отказывает, и хочется привезти все. И я вот понимаю, что когда мне люди говорили, Лена, не надо, вот еще, кстати, тоже тайская паста. Не бери с собой много вещей, чтобы было больше места, чтобы увезти. Ты понимаешь, что реально у тебя в чемодан-то все это и не вместится. Все, что ты набрал. Потому что очень-очень хочется, понимаете, у нас нет такого, нет такой продукции. Ты понимаешь, что ты здесь будешь очень нескоро, чтобы еще докупить что-то. Вот это мыло. Ну, мыло, конечно, я отсюда не повезу, потому что какое бы оно там хорошее ни было, у меня багаж ограничен. Вот огромный отдел с разными спонжами, с кисточками, с расческами всевозможными. 95 бат расчесочек стоит, 200 рублей. А, вот здесь где-то, наверное, должны быть мочалки, не вижу. 7-Eleven, вот знаю, где находится. Наверное, нужно там взять. Здесь место не терять. Хотела вам показать, как это выглядит. Магазинчик «Тайские фавориты». Ну, то есть, я так понимаю, что вот вся тайская продукция. Сумка 259 бак с Бангкоком. И тоже здесь вот эти всевозможные конфетки. И у них вот эти вот чипсы очень популярные. Тоже их очень много, видите, тоже по 79 бат. Но я набрала себе полный рюкзак. Больше не увезти. По норме багажа не пройдет. А так вот целыми упаковками. Дурианы, манго, такие сики, чипсы.
Здесь ходишь, изучаешь палочки. Вот здесь вот очень популярно у них, с разными вкусами. У нас раньше их тоже было очень много, а сейчас, видимо, с санкциями в связи мало продается. Доктор Пеппер у нас. Конфетки со вкусом кукурузы, с шоколадным вкусом, с каким-то фруктом, не знаю, какой это фрукт. Ну, вот это у них рыбные чипсы, я так понимаю, тоже. Рыбные чипсы, их тоже очень много. Что все не перепробуешь. Вот это какие-то совсем малюсенькие бутыльки. Try me, попробуй меня. А, понятно, это пробники масел, разных масел с разными, видимо, вкусами. А здесь футболка, на ней специи, по всей видимости, висят. Не знаю, что, в общем, такой вот магазинчик с косметикой. Здесь они на каждом углу. Пластыри вот эти вот тоже, которые помогают. Но маме, конечно, они... Оксана привозила маме, не помогают. Я взяла, но мама сказала, не везите. Не везите, но мы все равно везем. Потому что нам хочется, чтобы мамульчик наш выздоровел. А вот здесь вот так вот можно покушать, посидеть. Здесь, вот тут вот, наверное, берешь талончик, кладешь определенную сумму, и потом идешь, выбираешь на эту сумму то, что тебе нужно поесть. Так что вот, кто не хочет на улице питаться, хочет, чтобы чистые условия были, там, канализация и все такое, то можете прийти вот сюда и здесь покушать. Мне, конечно, вот, ну, на мой вкус, понимаете, я там... Ну, я бы не сказала, что я прям такая сильно брезгливая, но мне вот здесь приятнее, атмосфернее кушать вот в таких местах, чем нежели на улице. Ну, отбиваться от компании неохота, потому что вместе, разумеется, веселее, поэтому я так, как все. А так вот здесь можно тоже посидеть, поесть. Ну, все, я купила все, что мне нужно, и выдвигаюсь. Какая-то что за реклама? Централ Марина, туристические сумки, что ли, какие-то. Выдвигаюсь в отель, все это отношу. И дальше у нас насыщенная уже программа. Едем мы в русскую церковь. Вот видите, здесь тоже можно уютненько посидеть. Шейки здесь подороже уже идут, 79 бата. Так вот в таких кафе 30-40. Ну, за комфорт можно и переплатить. Но это, опять-таки говорю, с моей точки зрения. Есть люди, которые вообще не страдают, питаются в 7-Eleven и вообще не парятся ни о каких кафе. Просто приезжают чисто наслаждаться, там едут на острова, и на островах проводят все свое время. Это кто зачем едет? Вот это вот можно шейк приготовить из всего из этого. И это очень здорово. Москва, Бангкок, Паттайя. Океан, острова, Паттайя, Паттайя, Чанлакун, Паттайя.